Скажем так, наверное, да, вот большую часть именно своей зрелой такой жизни провел именно работая в клубе, который как раз-таки под обществом, под эгидой общества «Динамо» стоит. Вот так вот, поэтому, опять же, наверное, это большая часть моей жизни, да, и, конечно, те динамовские традиции, которые реально как бы привиты тому, что все это должно двигаться, двигаться вперед, да, это одно из, наверное, тех принципов, которым я и руководствовался. Я не буду лукавить, да, конечно, приходил я молодым тренером, да, были определенные амбиции, вот так вот, но то, что, скажем так, с течением времени, да, будут вот такие фантастические успехи, конечно, я об этом даже не мечтал. Для себя-то ставил цели, да, мне всегда хотелось не просто там выиграть чемпионат России, например, да, а хорошо и успешно выступать именно на международной арене, поскольку до этого, скажем так, я некоторое время был тренером молодежной сборной России, вот так вот, потом один год помогал именно со сборной основной России, вот так вот, поэтому это очень такой интересный опыт. Так вот, который все-таки хотелось бы приобрести не просто в том, чтобы просто опыт, да, а именно положительный опыт. Давайте так, наверное, все-таки самая первая, основная, да, вот я до сих пор, скажем, помню, да, это победа на Кубке России, да, и то, к чему я стремился, долгое время стремился, это победа в Лиге чемпионов. Вы знаете, там такая ситуация была непростая, да, то есть у нас не был закончен чемпионат, как раз вот было выделено такое окно для того, чтобы мы сыграли Кубок мира, клубный чемпионат мира. Вот, и тогда, то есть двойственные такие были и, наверное, цели, направления, вот так вот, поэтому так это не с такой, наверное, с такой эйфорией прошло, как вот именно победа в Лиге чемпионов. Люди, которые были вокруг меня. Та же команда, да, это, я не знаю, это неординарные спортсмены, спортсменки, прошу прощения, да, вот так вот, те люди, которые работали со мной, став, опять же, и все сотрудники клуба, вот так вот. Если бы, скажем так, у нас не было того единства, того стремления, которое мы, конечно, было бы тяжело, вот так, да, это действительно, это когда каждый друг друга как бы цепляет, помогает, вот так вот, все равно в этом плане, конечно, легче. Тринадцатый год, да, это сезон 12-13, это тяжелейшая победа в чемпионате, она действительно, я ее тоже помню прекрасно, вот так, наверное, один из самых сложных. Именно, да, именно вот сама победа была достаточно трудная, очень трудная. Подготовка к ней, работа сама, да, игры были такие тяжелые. Знаете, я не буду, наверное, да, кого-то выделять. Ну, хотя нужно, конечно, выделить это однозначно, вот так вот. Но, тем не менее, именно тот состав, победный состав, который вот сформировался у нас после 2010 года, да, он в большей степени мне близок, и он мне помогал расти именно как тренер. Наверное, вот за это я девчонкам очень благодарен. Вот так вот. И многое из того, что я подчеркнул, и чему я научился, как раз-таки именно в то время. Я буду рад, да. Я просто прекрасно понимаю, какая это огромная ответственность. Вот так вот. Это не просто так, то, что да, я там счастлив, все, вот меня назначили тренером сборной. Я прекрасно понимаю, какая это работа. То есть какая кропотливая, тщательная, тяжелая работа. Вот поэтому к этому я, опять же, отношусь именно с этой точки зрения, с этой позиции. Вы знаете, да, у меня есть силы для работы, как бы, да, я себя как бы нормально ощущаю, в большей степени, опять же, мне вообще не напрягает работа в зале, то есть я не устаю от этого, там, работа, в большей степени, это вот беда, я не знаю, там, нашей матушки России, это перелеты, конечно, да, вот от этого я действительно устаю, вот, а так я готов работать. То есть, да, я не могу сказать, что я там все отдал, например, да, я, конечно, постарался действительно сделать максимально, что было возможно, но все равно в любом случае, да, приходит именно такой момент, когда нужно уйти. Вот, и я не говорю о том, что я как бы, ну, закончу. Ну, здесь, да, здесь много моментов, много нюансов, опять же, какие-то я не хотел бы уже вскрывать. Вот так вот, тем не менее,
Я думаю, что мы могли бы выступить лучше, конечно, да. Вот так вот, но, к сожалению, вот так случилось. Да, мы очень неплохо начали, хотя, скажем так, это было всего лишь начало, как бы, да, и вот это вот все равно предполагает где-то какие-то моменты там несыгранности команды, еще что-то там нашей команды, либо другой команды. Да, мы в тот момент проделали очень большую работу. Вот, ну, вот концовки, конечно, вы, наверное, вот последний матч, к сожалению, да, провели не лучшим образом. Да. Вы знаете, это я вот беседовал потом уже с одним из руководителей федерации, сказал, что это прекрасный вариант для подготовки команды к чемпионату. Почему? Потому что в любом случае мы все равно ищем какие-то варианты спаррингов, игр, да, но они несут той нагрузки, которую несла каждая игра в «Спартакиаде». Да. Это действительно серьезный соперник, это постоянное соперничество, то есть не то, что желание выиграть, да, это нужно было работать ну, по максимуму. Вот так вот. Это такую подготовку, такой толчок дало при входе в чемпионат. То есть я думаю, что у нас было какое-то преимущество даже перед остальными командами, те, кто играл. Я вообще хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддерживали команду в течение этих долгих лет. Опять же, да, действительно, у нас были фантастические взлеты. Были и падения, да, но тем не менее, те, кто нас поддерживал, оставался с нами на протяжении всего этого времени. Я хочу сказать огромное спасибо. Так вот, если любовь к команде, она истинная, искренняя, да, то я думаю, что она будет проявляться в любом моменте, там, в поражениях, либо в победах. Победа, конечно, всегда лучше, вот так, но это спорт, такое бывает. Поэтому пожелать хотел бы, да, опять же, побед, да, побед болельщикам «Динамо» в Казани. Вот. Ну и, опять же, чтобы команда как можно больше радовала. Ну, в планах моих, да, все-таки я хотел бы жить здесь. Это все-таки родина моих предков, моих родителей. Вот так вот. Мне очень нравится здесь, моей семье здесь очень нравится. Вот так вот. Ну, опять же, видите, работа с чем связана? Связана в большей степени, скажем так, с локацией уже в другом месте. Поэтому я надеюсь все-таки вернуться в Казань. Да, для чего? Не знаю. Там, я думаю, что, скажем так, в течение времени все-таки, может, какая-то другая работа будет. Я не знаю. Да, то есть не направление там, главного тренера, а может, какие-то другие моменты. Да. Все-таки надеюсь, что я вернусь.